Участниками конференции стали представители ведущих научных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Ростова-на-Дону и других городов. Посвящена она вопросам лечения заболеваний и действиям лекарств на организм. Рязань регулярно становится площадкой, где встречаются ученые, и это не случайно. Основатель кафедры фармакологии РИАС ГМУ Анатолий Никулин ставил первые эксперименты по фармакинетике. Его дело живет и продолжается учениками. Назначение нескольких препаратов одновременно одному пациенту может привести к нежелательным побочным эффектам или, наоборот, снизить эффекты терапии. И мы занимаемся вот этими вопросами. Это новые вопросы. Они не очень широко известны практическим врачам. Они не очень активно исследуются в нашей стране. И мы одна из немногих фармакологических школ, которые занимаются вопросами фармакокинетики и межлекарственного взаимодействия. Ученые из Волгограда, приехавшие на конференцию в Рязанский медуниверситет, изучают другую проблему. На протяжении 30 лет внимание медиков и биологов привлекает система оксида азота. Это самая маленькая молекула из всех существующих, но она играет большую роль в регуляции всех функций в организме. Центральной нервной системы, памяти, отвечает за эмоциональный фон, сердечно-сосудистую систему. Оксид азота называют двуликим яном. В какой-то дозировке он оказывает положительное влияние, а когда он продуцируется в избыточном количестве, это очень плохо. Актуальная задача сейчас. Многие фирмы мира ведут поиск селективных ингибиторов, то есть препаратов, угнетающих активность индуцибельной нитроксидсинтеза. Мы тоже этим занимаемся. Кроме того, одна из тем конференции – обучение и подготовка студентов, аспирантов, научных и младших сотрудников. Подготовки кадров существуют проблемы некого разрыва в обучении фармакологии. Врачи правильно учат фармакологию, учат, что такое лекарство, как оно действует и как его надо применять. Но практически отсутствует в медицинском и медико-биологическом образовании курсы, которые обучают, как надо создавать новые лекарства. Это своя наука. И вот конференции, они в какой-то степени этот пробел закрывают. В рамках конференции запланированы симпозиумы «Современный подход к прогнозированию фармакокинетических и межлекарственных взаимодействий», «Новые мишени лекарственных препаратов», «Новые возможности терапии», на которых выступят ведущие ученые и клинические фармакологии России. Вы видите, какие препараты сегодня появляются. Если раньше химиотерапия – это был как бы какой-то приговор пациенту, то сегодня люди продолжают работать, живут. Качество жизни их соответствует тому, что они могут быть полноценны и вести жизнь как на работе, так и в семье. Та наука, которой вы сегодня, так сказать, здесь вот посвятили свое время, наверное, это наше будущее. Наверное, будут уходить какие-то даже высокотехнологичные операции, будут заменяться какими-то фармацевтическими препаратами. Будем говорить о фармакологии, о прекрасной науке, на которой во многом, да, наверное, даже вот я буду скромно скажу, стоит вся медицинская лечебная практика. Без знания фармакологии не обходится ни один специалист, занимающийся врачеванием в той или иной сфере, в терапии, в хирургии, где бы то ни было. Это действительно базовые знания, важнейшие, и которые требуется врачу на протяжении всей его жизни. Продлится работа конференции до 10 ноября. По ее итогам будут опубликованы материалы, ознакомиться с которыми смогут и другие ученые. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».